Česko akcionárne občestvo Pragoimex, člen TV týmu, organizuje v rôznych gradách modernizáciu tramvaje v T3 Tatra, ktoré použije niektoré detaily z tých starých tramvajev. Taká modernizácia byla zdelaná napríklad dla Gorda Praga, столицы Чешской Республики. Основная разница между кузовом Т3 и ВАР ЦБ3 ЛФ состоит в увеличенной длине кузова на 1 метр. Это позволило создать низкопольную часть с высотой пола 350 мм над темнем рельса. Эта часть занимает 36% от общей длины транспортного средства. Тележки по всей длине закрыты ширмами, тем самым снижается уровень шума. Интересным является специфическое использование ширм на обоих торцах. Пражские трамваи имеют классические торца по трамваям типа Т3, оснащенные новыми пластиковыми складными дверьми и дверными приводами. У средних дверей, чтобы улучшить посадку пассажиров с ограниченными возможностями и с детскими колясками, доступна механическая откидная платформа. В качестве замены оригинального тересторного оборудования было выбрано проверенное оборудование типа «Прогресс», которое является стандартным в Праге и используется не только при модернизации трамваев Т3. Преимущества модернизации трамваев Т3 заключаются в следующем. Продление долговечности трамвая на 25 лет, безбарьерный вход инвалидов и детских колесек, хорошее влияние на рельсы, так как используется тележка с двойным подоссированием, экономия электрической энергии и в смысле дизайна возможно по желанию заказчика сделать дизайн по его заказу. Интерьер соответствует современным тенденциям. Пол состоит из водостойкой фанеры, покрытой нескользящим покрытием Altra. Сиденья компании Finza в конфигурации 1+1 прикреплены к бокам. Поручни совершенно новые. По пути пассажиры информируются о маршруте транспортного средства с использованием внутренних и внешних информационных панелей Busse. Внутренняя облицовка интерьера является абсолютно новой. Кабина водителя также прошла значительными изменениями и оснащена новыми средствами управления. В задней части кабины расположен интегрированный шкаф. Грубая конструкция каркаса ВАР ЦБЛФ состоит из сварных открытий и закрытых стальных профилей, покрытых антикоррозийной краской. Облицовка крыши и боковых стенок выполнена из тонкого листового металла. Оба конца ламинированы и к кузову приклеиваются клейкой мастикой. Транспортное предприятие Праги выбрало намеренно соответствующую конструкцию, как оригинальный внешний вид трамвая Т3 среди других, так, чтобы в случае сцеплений трамвай выглядел симметрично.